Сегодня объявлено о расширении зоны платной парковки в Москве. Теперь она выходит далеко за пределы не только Бульварного и Садового, но и третьего транспортного кольца, причем практически во всех направлениях. В новом списке 95 улиц. Платная парковка на них будет не на всем протяжении, а точечно на наиболее загруженных участках. Судя по опубликованным спискам и картам, расширение платной зоны коснется территории таких станций метро, как «Динамо», «Аэропорт», «Алексеевская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Семеновская», «Авиамоторная», «Южная», а еще «Кожуховская», «Фили». На Нахимовском проспекте и в Новых Черемушках, у Парка Победы и на некоторых улицах недалеко от Останкино. В основном выбраны места вблизи торговых комплексов и бизнес-центров, у рынков и других объектов, как говорят, наибольшего притяжения. Сейчас наносят разметку, оплату введут с 10 октября. Стоимость 1 часа – 40 рублей. Успокаивая автомобилистов, городские власти говорят, что параллельно с вводом платной парковки увеличат количество автобусов на маршрутах.